Меня зовут Андрей Кушнарев, я из Киева, с Украины. Я хочу вам рассказать про программу от Google, которая называется Google Summer of Code. Она имеет непосредственное отношение к open source, потому что в этой программе участвуют только open source проекты. Я вам расскажу немного о программе, о истории создания программы и немного там статистики. Подробней о процессе там подачи заявки, оценки и разработки. Потом расскажу о своем личном опыте участия в этой программе и список других похожих программ. Итак, что такое Google Summer of Code? Google Summer of Code – это ежегодная программа от Google, которая собирает студентов, и не только, с многих концов света. В 2009 году в программе участвовали люди со всех 5 континентов. Ну, разве что с Антарктиды они не участвовали в этой программе. Значит, в программе участвуют только open source проекты. Например, такие проекты, как Debian Project, Type3, Drupal, Gnome, KDE, Mozilla, Apache. Это некоторые из проектов open source, которые участвуют в этой программе. И за каждый удачный проект Google платит $5000. Эти $5000 выплачиваются поэтапно. Я дальше расскажу, как это все происходит. Основателями этой программы были основатели Google Сергей Брин и Ларри Пейдж. Именно им принадлежит идея создания данной программы. Ларри Пейдж это, в общем-то, американец, сооснователь Google. По версии журнала Forbes он, по-моему, 14-й номер в списке самых богатых людей. А Сергей Брин, парень, который родился в Москве, но в семье русского еврейского математика, и в 79-м переехал в США на постоянное место жительства. По версии того же журнала Forbes, ему принадлежит 24-е место в списке самых богатых людей мира. Значит, название Google Summer of Code очень похоже на Summer of Love. Это, ну, в общем-то, отсюда и пошло это название. Summer of Love – это социальный феномен, произошедший в Америке в 1967 году, связанный каким-то образом с фестивалем Вудсток и движением хиппи. Дальше немного расскажу статистики этого проекта. Значит, впервые Google Summer of Code был проведен в 2005 году, и Google выделил бюджет в $2 миллиона. И так далее рос бюджет, и вот в 2009 году он составил $5 миллионов. Количество студентов, участвующих в проекте, впервые в 2005 году Google решил выделить квоту в 200 стипендий, но так как интерес к проекту был просто огромный, они решили расширить до 400. И в 2005 году впервые участвовало 400 студентов, 400 заявок было принято. Из них как бы выделено 400 стипендий. Стипендии платятся только за удачный проект, поэтому не все 400, но вот большинство из них были выплачены. Ну и дальше вот
В 2009 году мы видим, что участвовало 1000 студентов, то есть 1000 заявок было принято. Количество организаций, которые участвовало в проекте, в 2005 году мы видим, что их было всего лишь 40, и вот в 2009 – 150, в 2008 – 175. Количество удачных проектов, которые закончились удачно, за которые Google выплатил деньги, в общем-то, это в 2005 году было 80% от 400 проектов, а в 2009 из 1000 проектов, можно сказать, что 85% были выполнены удачно. Дальше. Я расскажу подробнее о самой программе. Google предоставляет стипендию $5000 за каждый удачный проект. Стипендия делится между студентом и ментором. Студент, понятное дело, это человек, который учится в каком-то учебном заведении, он участвует в этой программе. А ментор – это представитель организации, в которую студент подает заявку. В общем-то, ментор – название взято из терминологии Google. Оно обозначает руководитель проекта, человек, который помогает, человек, который оценивает проект. То есть, в принципе, оценка проекта и результативность проекта зависит не только от студента, но и в какой-то степени от ментора. Ну и вот ментор получает еще $500 в случае удачного окончания проекта. Этапы программы. Основные этапы можно разделить на три этапа. Подача заявки, сама непосредственно разработка и оценка. Значит, подача заявки. Студент регистрируется на сайте специальном Google, на котором заполняет анкету. Причем каждый год, если студент хочет снова и снова участвовать в этой программе, он каждый год заполняет анкету заново. Дальше. Переходит к списку проектов. Проекты, как я уже говорил, бывают, например, Debian Project, GNU, Apache. В списке проектов есть в списке организаций, точнее, переходит к списку организаций. Дальше он выбирает в списке организаций проект, который его интересует. А в списке проектов есть список так называемых предложений, можно назвать еще подпроектов. Для примера, в 2008 году я участвовал, я выбрал организацию GNU, в ней проект PHP Groupware, и в нем подпроект Installation Tool. В 2009 это была организация Type 3 Association, проект Type 3 и подпроект Localization Server. Дальше, после того, как студент выбрал проект, в котором бы ему было интересно участвовать, он пишет заявку. Многие организации требуют, чтобы заявка была заполнена в их формате. Например, Drupal создал такой формат, очень хороший, им даже пользуются некоторые другие организации. То есть, когда студент заходит на сайт, где он видит подпроекты, там требования. И в требованиях указано, что такой-то формат должен быть в заявке. После того, как заявка заполнена, она попадает в организацию. Организаторы либо просят, чтобы что-то добавил, что-то убрал, как-нибудь отредактировал. Если их устраивает заявка, то они передают ее дальше Google. И именно Google решает, чью заявку принять, а чью отклонить. Далее, после того, как
студент получает подтверждение, что его проект прошел, что его заявка принята, он может начинать готовиться к разработке. Там есть некоторый период, где-то полтора месяца между датой подачи заявки и началом программирования. Он может начинать общаться с ментором, он может начинать читать какую-то документацию. В общем-то, по своему опыту я могу сказать, что начинать общаться с организацией, в которую подается заявка, лучше до подачи заявки. Можно разузнать, какие проекты более приоритетны, какие требования выдвигаются организацией. Ну, в общем-то, общение с ментором можно начинать и на этом этапе. Дальше Google требует подтверждения. Google требует некоторые документы от студента, которые подтверждают, во-первых, что он является студентом, потому что в программе могут участвовать только студенты. Это может быть официальное подтверждение из университета, допустим, на английском, для иностранных университетов, в которых есть, допустим, студенческий на английском языке. Можно просто отсканировать студенческий и прислать им скан студенческого. Также участник должен быть, участнику должно исполниться 18 лет на момент начала программы. То есть на момент подачи заявки участник, ну это где-то апрель, в апреле он может быть 17-летний, но вот на момент начала программирования, это где-то конец мая, он должен быть уже 18-летним или 18-летний. Далее, начинается период разработки. Студент активно начинает, в зависимости от проекта, программировать, либо, я не знаю, разные проекты бывают, в общем-то, заниматься разработкой. И снова-таки он продолжает общаться с ментором. В зависимости от того, какой ментор попался, допустим, мне попался... Оба раза, я два раза участвовал в этой программе, оба раза попались довольно-таки занятые люди, менторы. И они от меня не сильно часто требовали апдейтов по статусу, как продвигается проект. В общем-то, я работал очень спокойно. Некоторые требуют чуть ли не каждый день общения. В общем-то, все зависит от проекта. Далее оценка работы. Оценка проходит в два этапа. Промежуточная оценка где-то в начале июля. И финальная оценка, наверное, в середине августа, я вот не помню точно. От года в год меняется чуть-чуть расписание, но не сильно. Значит, оценка происходит каким образом? Студенту предлагается заполнить форму, в которой некоторые вопросы по проекту, по тому, как он общается с ментором, по проекту вообще Google Summer of Code, как он оценивает его. И потом ментору предлагается заполнить какую-то такую подобную форму, в которой, я уверен, есть поле, удовлетворен ли он работой или нет студента. То есть от вот этой вот оценки зависит, получит студент деньги или нет, завершится ли удачно проект или нет. Из тех 4500, что получает студент, $500 он получает в начале, непосредственно после начала программирования, 2000 после промежуточной оценки, если он проходит ее, и 2000 после финальной оценки. Вот, в общем-то, некоторая краткая информация о программе. Теперь я расскажу о своих проектах, в которых я участвовал. Как я говорил, первый проект в 2008 году был PeachGroupWare. Сама организация это GNU. В ней проект называется PeachGroupWare. Я участвовал
в написании инсталляционной программы. Это PHP-групповая. PHP-групповая — это тулза, которая позволяет командно работать над проектом, написано на PHP. В общем-то, без проблем завершился этот проект. Как я уже говорил, ментор попался занятой и не доставал меня. В общем-то, все было удачно, все довольны. В 2009 году я участвовал в проекте Type3. Организация называется Type3 Association. И там я работал над созданием нового localization сервера. С этим проектом ситуация примерно такая же. Ментор занятой, сильно меня не дергал, все нормально завершилось. После окончания меня пригласили на Tetricon. Я там тоже делал презентацию. То есть проект, на мой взгляд, был очень удачный и очень понравилось. В общем-то, все понравилось. Существуют также другие open source похожие проекты. Вот от Ruby, от Fedora, KDE, Creative Commons. Я думаю, если кому-то что-то близко и кому-то интересно, до следующего лета может сам посмотреть. Теперь ваши вопросы, пожалуйста.